Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас выходит обновление 6 лет Элдоя. Прямо сейчас прожми лайк, напиши комментарий и не забудь подписаться в телеграм-канал, потому что у нас крутейший розыгрыш будет. Кому интересно, залетайте по ссылочке в описании. Итак, друзья, проходит 6 лет, и мы играем в данную игрушку. 6 лет Элдоя. Я не знаю, я вас поздравляю с этим, кто играет также. Ну вот, себя поздравляю. Блин, игрушка прикольная, конечно. Давайте посмотрим, что же нам приготовили на 6 лет. Первым делом мне написали, я увидел там, что, типа, может быть, на почту что-то там загляните. Но я что-то здесь ничего не вижу. Короче, мы, если что, потом разберем. Если вы что-то найдете на почте, пожалуйста, напишите мне. Следующее, что сделали, ребятки? Смотрите прикол, смотрите прикол. Заходим в крафт и здесь просто перестановочка. Посмотри, какая четенькая, да? Мы можем там топорики себе, огнестрел делать, броню, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Даже есть кнопочка установлено. Вот это прикол, да? Вот, если честно, такой апгрейдик, ну как по мне, неплохой очень удобно сортировочка то что тебе нужно установлено не установлено и так далее то есть офигенная система теперь мы там ну заходим да там нам нужно сходить на райд топорики опа нажал топорики один топорик два топорика сделал себе отлично вот такая сортировочка залетает к нам очень красивенько. Плюс сезончик какой-то появился, ну тут даже ну смысла смотреть нету, потому что все одно и то же, то есть какие-то награды, какие-то э, ящики, кстати, можем открыть сегодня какой-то ящик у меня есть там с прошлого сезона, то есть самое простое, самое обыкновенное, что может быть. Смотрим в календарь, друзья. Бонусы, ребят. Бонусы. Что это такое? Бонусы. 9 дней нам дают бонус. Happy Birthday. 6 лет. 6 лет, друзья. Хорошенький чопер. Покуритель. пустоши, Ничего себе. Почему он темный? Не знаю. Ну, что-то нормально. Не, ну неплохо. 3 реаниматора. 5 гранат. 1С4С. Карчик неплохо. Забираем, конечно, особенно на новичке это нужно заходить. Заброшенная ярмарка, друзья, опять у нас залетает. И здесь мы с вами видим вот такой вот ящик для электроники. Удобно хранить все, запчасти, детали для дрона, а также другую электронику. Ну, естественно, что это круто. И еще можем хранилище хлама еще повторно получить. Хе -хе, у меня есть одно, может я еще одну заберу. Хо -хо -хо -хо. Ну посмотрим. Короче, ребятки, будем смотреть. Я думаю, что разбираться будем здесь ни день, ни два. Ну, короче, будем разбираться. Давайте посмотрим, что у нас там по ярмарке. Ярмарка, шпармарка. Нам нужно выходить на глобалочку. Да, ярмарка. Что на ярмарку? Какие там ресурсы нужны, не помните? Я помню, я помню. Но мы сейчас, наверное, заберем все моменты, которые у меня есть. У меня даже есть чемоданчики. Сейчас мы будем закидывать это все дело. Вот, значит, о, еще исчезнет 5-го, хо 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 Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Охренеть, прикольно, да, сделали, типа, предмет, который будет исчезать у нас, исчезнет какого-то числа, пишется, да, 5 но 6 -й. то есть буквально там 10 каких-то дней, сколько там оно будет, прикольненько, прикольненько, неплохо, неплохо сделали, прикольно у меня эти ресурсы лежали, я так понимаю, теперь эти ресурсы лежать у меня не будут. Они будут исчезать теперь. Ну, ничего страшного, я думаю, в этом нету, ребят. Ну, вот, здесь у нас понятно, здесь у нас все понятно. Сортировочка, я не помню, там дерево нужно будет, да? Дерево, гвозди там какие-то, что... Короче, потом мы, если найдем, разберем. Так, значит, куда мы летим? Погнали на глобальную карту, друзья. На глобальной карте у нас появляется заброшенная ярмарка. Конечно же, супер-ивент, который мы ждали. Миллион лет, миллион дней. Вот. Значит, что у нас здесь получается, друзья? Что у нас здесь получается? Я не помню, будут ли тут какие-то супер-мега-космические награды. Но плоскогубцы, вот эти все моменты, где-то они должны выпадать. Где-то что-то с чего-то. По обходу только будет с ярмарки. Только будет с ярмарки выпадать. Как видите, провиантиком прочищаем но ничего не сыпется, ничего, именно, особенно плоскогубцы, вы поняли, да, вот эти вот ресурсики, газовые горелки, ножовки, вот эти плоскогубцы, кусачки и так далее, ну вот, ну, окей, что делаем, едем на ярмарку, потом выйдем на глобалку, почистим, Я, мы зачистим сначала один раз, а потом зачистим второй раз, хотя тут можно посмотреть новые предметы, Заряд фейерверка, Тут у нас гирлянда. Прикол. Походу, плоскогубцев нету, что ли, или что? Не знаю. Надо будет раз раз разбираться, ребятки. Поехали, значит, на нашу заброшенную ярмарку. <музык> 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 Здорово! Мы тебя уже заждались. Приготовление идет полным ходом. Ну, давай. Биби, Боби привез целый станок Индии, и к нам пришел... Предложил... Если только разбить старые распоряжения ярмарки, они очень тебя хотят увидеть. Короче, подготовка и открытие идет полным ходом. Я понял, я понял. Вот это ста... У -у -у -у, схемочка, да? Схемочка для друна. Да-да-да-да-да. Э -э -э так, реставрация, мы помним. Мы с вами прошли эту реставрацию. Ага, подожди, мы, мы не можем получить уже второй раз. Мы только получили прошлый раз. Помните, да? Я забирал хранилище хлама данные такой интересной построечку, где мы храним. Вот теперь подготовочка и открытие будет скоро. Отличненько. Так, давай разбирать, что здесь у нас есть. О, лошадь здорово! Как дела? Прикольно, лошадь. Так, идем сюда. Тут у нас, короче, э, как всегда, дядя стоит с этими приколами. Вау, 6 лет. Ух ты, это ж с это ж этого блин! Это скины епические. вау, Ха-ха, классный знак. Остановите зомби, смотрите. Класс, да? Прикольно. Блин, как будто какая-то хрень, но мне нравится эта хрень. Я дома хочу себе такую поставить. Так, обменять, да? Мы можем обменять что-то на что-то. Сколько у нас? Набор годовщины 6. Мы можем обменять вот это все дело. Ну давай, купоны можно получить за... Ага, нам нужно... Я понял, нам нужно купоны. Вот так вот. Ну я окей. Okay. С этим понятно. Будем добывать купоны, будем зарабатывать где-нибудь, будем искать. Я понял. Все, идем дальше, смотрим. Тут у нас, конечно... О, вот эта девушка интересная. Так, тут пацаны, ребята, на гитаре шпарят. Так, тут у нас что? Музыкальная сцена. Сделаем, да, сделаем сейчас без вопросов. Я вот не понимаю, мои вот эти сундучки все, которые я ношу с собой, они просто исчезнут и все. Опа! Незаменный инструмент для любого мастера. Можно найти на ярмарке? Окей, берем, берем, братишка. Не знаю, зачем он нужен. конечно А, ключи, кстати, я не беру, они у меня достаточно. Так, пойдем посмотрим. Вот здесь можем зайти? Нет, не можем, не можем. О, о, о тут что-то... Морковка, морковка, морковка. Морковка, что дальше, морковка? Так, тут у нас три года каких-то. Тут у нас пивас, 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 нормально. Оу, ящик, прикол. Так, вот откроется, когда пройдете квест. Блин, да какие квесты? Ты бездарный, смешайся я ему право вечного, он спрятался лучше. Подожди, подожди. О, что это было? Какой-то дичь. Что это такое, братан? Я понимаю, ты нормальный парень. Будем моим новым учеником? Конечно, блин, буду. Ну давай, давай, пойдем посмотрим. Так, не райская кухня. Не райская, да? Все просто. Я говорю, ты делаешь. Понятно, давай. Давай. Э, сде сделать укажение шефа 6.06. А, ну давай, добавь морковь. Ну окей. А куда? Угу. Ёб твою жесть! А что это за дичь такая, ребятки? Так, все просто. А ну-ка, еще раз, немножко не то сделал. А че он пошел в грибочки эти все моменты? Моменты закинуть, не понимаю. Опа! Блин, как будто какой-то Гарри Поттер. Венгардия Левиоса. Реально, я буду теперь говорить Венгардия Левиоса. Подойди, подойди, какая огонька. Ну давай подадим огонька. О, что ты ждешь? От меня похвалы. Продолжай. А что продолжай? Ты должен говорить. Они. А не... Блин, то ты задолбал. Это невозможно. Давай по новой. Да какой новой? Давай уже задолбал. Там морковку. то да что еще тебе нужно? <свистит> э, давай, да, да, давай, давай, дядя, ты меня кумаришь, немножко такой кумарной. Добавь мясо, 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 теперь мясо хочет. Ну ты, конечно, тип серьезный. Так, хорошо, поехали дальше. Ну блин, ну давай, что делать дальше? Добавь мясо, окей. Вингардио Левеса! Что ты ждешь? Меня похуладывают. Продолжай. Я понимаю, что продолжаю. Что добавлять-то? Добавь ягод. Я надеюсь, вот это ягоды. Венгардио Левиоса, отлично Да, я жду похвалы, да, я жду, давай Вот такой тип интересный, да, добавь морковь Давай, Вингардио Левиоса Хорошо, поехали дальше, еще два, что-то нужно Давай, говори уже, ты гребаный шеф пор. Добавь я ягод, на тебе ягоды, уху Еще что? Грибочки здесь, да, есть мясо, морковка и ягоды Ага, вот такие вот моменты, добавь мясо все, левеса, отлично, еху. Так, не забудь награду в сундуке. Окей, okay, let's go, let's hit the here gear. Поехали, поехали, поехали. Вот такая вот награда, пивасик такой у нас был раньше, да. Ну, в принципе, обычные резики выпадают. Так, что дальше? Тут мы прошли с вами. Здесь вот вижу тоже какой-то ящик. Мы тоже его не можем открыть, да? Какой-то кес, думаю, справишься. Да, индюшки. Лови индейки набивай очки, 150 очков, ты победил, только не убивай их. Обычная индейка приносит 10 очков. А с номером 70. А с номером 70. Так. Э -э Зеленая легко прячется в траве. Но если ты их увидишь, точно помнишь. скорость у них такая. А как ее ловить-то? Как ее ловить? А как ее ловить? Может, нужно к ним подходить? Так, не берется. А как же их-то ловить? Е -е мама. Блин, ну как? Как? Ну скажи... Может, нужно скинуть дробовик сначала? Не, а, не берутся они. Что это такое? Может быть... А, руками. Не, не руками, смотри. Невидимка ты. Она зависла. А, ее ударить нужно. Она стоит и тогда брать, наверное. Не понимаю, ребятки, что это за дичь? Ага, во как. Во как, во как. Короче, ее нужно ударить, потом взять. Во, во, чтобы вы понимали, ударить, взять. 150 очков, 30 секунд. Ну давай, стоямба, стоямба, мамба. Стой, 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 индюшечка моя. Где там зеленая в траве прячется? Нету больше, да, индиек? Блин, я всех перестрелял, наверное. А можно заново, пацаны? Можно заново, пожалуйста? Где индейки? Короче, не делайте ошибок, не убивайте их. Их убивать не, не нужно. Просто удар кулаком. Они начинают стоять, и тогда уже вы типа их забираете. Как-то оно так работает, наверное. Так, а что тут за две звездочки? Ага, таблетки... Ага, смотри, таблетки от радиации мы даже можем делать. Ничего себе. И что-то еще, наверное, да? Что-то еще. А что еще мы можем сделать? Так, таблетки от радиации. О, теперь лаборатория. Но ну, это мы потом сделаем, да, давайте уже потом сделаем. Так, давайте. Где они это все дело сделали? Блин, ну конечно, идюшки такие, знаете, какие-то кумарные немножко, если честно. Так, птичек отдыхает, похоже, приходи позже. Блин, я не, усп я не смог забрать данный подарок. Эх, Короче, нужно их бить кулаком, и все будет хорошо. Все, давайте дальше. Вудс. Ой, ой 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 Однажды мы проснемся с успешными богатыми. Со всей пустоши люди будут приходить на нашу ярмарку. Но сейчас давай работать. Короче, нам нужно выполнить три задания, друзья. Берем одно задание, второе задание и третье задание. Что нам нужно сделать? Отправляйтесь в каменные холмы. Под, Прогнать медведя факелом. Отправляйтесь в каменное. Ага. Короче, нам нужен факел, да? Нам нужен факел. И нам нужно что-то там собрать. Еще сцену. Давайте я возьму на сцену, соберу. И нам нужен... Блин, это нормально, да? Нормально. <с turret> Ребят, я теперь медведь, смотрите. Не, ну прикольно, когда ты стоишь медведем. Медведь просто убежал. Я медведь, я медведь черешня медведь. Блин, было бы круто было, если бы скинчик такой медведя, да, себе намутить. Так, откроется квест, да, попозже, да, наверное, я уже забыл, что это гитара, ага, это нужно им сцену создать, ладно, давайте мы сейчас соберем сцену и пойдем дальше, все, ребят, поставили сцену, давайте смотреть, что на этой сцене, тут медведь, конечно, палка его этого бить или не этого, ну, этот не бьется, ладно, Э, стану поставили. Тут что у нас? Ничего нету. Короче, просто поставили стану для красоты, я так понимаю, все хорошо. Тут какой-то еще есть, да, у нас ящик, который мы с вами должны были посмотреть, но не посмотрели. Так, смотрим, смотрим, забираем, конечно, награды, то, что нам не нужно, мы выкидываем и идем дальше, идем дальше, смотрим снизу и, конечно же, сейчас пойдем выполнять задания наши, потому что заданий в принципе много есть. Три штучки выполнить нужно будет. Но ну, это мы обменяем потом, да, 6 на 6. Вот, неплохие, конечно, такие ресурсики. Но делом можно было бы, конечно, добавить побольше. Вот мне интересно, конечно, что э, с этим, с подарочком должно быть. Но ну, пока что непонятно. Ладно, выходим на глобальную карту. Залетаем в каменные холмы и давайте смотреть, что у нас здесь такое. Ну, тут, конечно, какая-то стрелочка сразу нарисована. Это по... Что, блин, иди сюда, падаль вонючая, долбали? О, братан, походу тебе плохо. Говорят, что скоро начнется ярмарка. Как я уже давно мечтал туда попасть. Придется прибираться через, пробираться через горы, но я справлюсь. Главное не забыть маску. Вот такая записочка, ребят. Вот такая записочка. Так, знаешь, эту локацию мы пробежали. Идем на следующую. Здесь тоже у нас есть стрелочка такая интересненькая. Да, мы сейчас на нее зайдем и посмотрим, что здесь вообще происходит. О май гад, был да здесь целый блендаж, целый подвал. Блин, прикольно, когда вот эти вот стены, да, как будто их взорвали. О-хо-хо, не зря я с собой дробовик брал, друзья, не зря. Это что за Пиноккио? Это что за Пиноккио? Что это за дичь полная, пацаны? Вы чего? Ха-ха! Ай-яй-яй-яй-яй! Охренеть! Вот это пацаны, ребята! Вот это нормально! Ха-ха! Прикол с чайником, с этой слейкой на голове! Жесть! Так, ярмарка завершена! пожалуйста, пополните счет. <с> все, выходим на глобальную карту. Ого, смотрите, поменялось все. Очень стрёмно стало, да? Значит, что у нас есть? Значит, у нас вот такие вот ресурсы, которые нужно заполнять для того, чтобы, чтобы получить вот этот супер ящик для электроники, которые будем собирать мы обязательно. Мы будем вот эти вот ресурсы обязательно закидывать. Поехали, бутылочки закидываем 40 штук здесь 40 у нас вот этих вот плюс 40 ага блин а жалко блин ну что это будет такое ножовки вот эти вот они все пропадут очень жалко как-то не знаю если честно мне ну как бы не обидно но как-то немножко собака как-то так не так вот ну блин ну реально, ну вот они просто пропадут, да, вот исчезнет 5 на 6 -го. Хотя бы вот эти идут. Ой, спасибо. Пятый уровень седьмой уровень 10 уровень ну спасибо и на этом спасибо и на этом все тут мы все вкинули но ну, вот эти ресурсы я уже домой придумав кинем с вами потом уже вот дело конечно интересное забираем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9 штучек до да, забрали Окей, пойдем купим тот ящик. Пойдем купим. Почему бы нет? 6 лет, 6 этих. Обменять на 6. На тебе. Покупка завершена. Супер награды залетает нам на почту. Э, в принципе, в принципе, это неплохо, ребятки. В принципе, это очень хорошо. Куда оно влетело? О, набор годовщины. 6 лет, 9 дней. Ну, конечно же, открываем, да? Блин, а что? А, мы можем теперь открыть. Красивенький ящик такой вообще, красотень. Блин, только на годовщину 6 лет заводских деталей я еще не получал. Ого, забор выпал, ребят, забор, забор, все хорошо. Отлично. Вот только этот забор я и хотел забрать. Реаниматор 100%. Ну, скажу нормально, скажу хорошо. Реаниматор тема топовая. Вот как-то так, ребятки. Вот такие вот награды, набор шестой годовщины Элдоя мы с вами распитрошили, распотрошили. Неплохо, неплохо. Мне очень нравится вот это «Остановите Вити, Вити надо выйти». Вы поняли. Прикольная, да, темка? Вот именно что зомби, именно такие они жесткие, зомборазги. О, там зомбак появился, Ну, давай пос... пойдем посмотрим. Короче, ну, как бы не сильно как-то интересно, но нормально. Вот эти зомби, откуда они взялись, отскажите мне на этой ярмарке. Ну что они тут делают? Что? О, какой-то новый прикол. У меня же был гидсгенератор, разберись с ним. Блин, генератор нужен. Блин, медведь, медведь, а какой генератор, пацаны? Какой генератор? Мне же нужно ехать домой брать генератор, что ли? А, вот он. Ладно. Давай посмотрим. Давай, братан, зажигай. Опа, генератор включен. А здесь у нас... А че за колонки? Видите, на колонках хпшки какие-то. Пошли вон, зомбаки. Что это такое? Они колонки бьют. Вы охренели, блин, колонки бить. Эй, зомби. Вы чего? Я же с вами так не дружу. Блин, они ломают колонки. Убей 8 зомби, чтобы не повредили колонку. Прогнать медведя факелом. Да я сейчас жену прогоню вас. Прогоню так, что мама не найдет. Так, это что тут за медведь? Медведь, медведь. Так, факелом, факелом, факелом. Давай, заяц, пошел вон. Где факел мой? Факел шпакел. Факел шпакел. Медведь ты тут. Куда пошел? Ушел, ушел, не ушел. Не знаю, убить. Код красный, убить 8 зомби Запуски, Запустить фейерверк А где я возьму фейерверк? Блин, а что за прикол? Медведь, пошел вон отсюда иди, иди воруй, иди воруй отсюда А, вот фейерверк, у нас минута Давай, давай, 40 секунд, ебой yeah Ебой, yeah нам 3 нужно Где фейерверки эти? Блин, оно, знаете, вид сверху не очень прикольно Не очень удобно, если честно Вот Фейерверки запустили Э, Зомбаков. Мы не убили. Нам нужно сколько убить. 30 секунд осталось. И еще, еще нужно убить. Давай, где эти зомби-то? Где зомби? Блин, тут все убитые. Нормально. Медведь бегает. Пошел вон отсюда! Гребаный медведь! Ушел, брат! Ушел. А где, где, где? Защитить с, с, с эту с, с цену. <с <forwards> не могу понять, почему вот так вот. Вот 8 с 4. А, я понял, я понял, 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 понял. А, пацаны, я понимаю, все нормально, но задание не выполнено. Почему? Смотри, прогнать медведя факелом. Куда его прогнать? Медведь. Давай, пойдем, пойдем. Пойдем, прогонимся с тобой, куда-то зайдем, не знаю. Куда пошел, Вильям? Вильям, пошел вон, пошел вон, выходи из локации. Блин, ну честно, какая-то шляпа, если честно. Ой, там можно забрать, кстати, награды. О, вот эти зомби, смотри. Вот эти зомби, оно засчитает. Медведь, давай, короче, мы тебя выгоним нахрен с этой локейши. Пошел вон отсюда. Вот, срубался вообще. Вот, тут индюшку жрет, кабан вонючий не знаю, не знаю о, мы можем еще здесь, 6, 8, где-то еще 2, пись... блин, хотел сказать плохое слово, ладно, не буду э, где, где о, вот они, вот вы вот как-то знаете, как-то люто дико так, что оно все в разброс ни хрена не понятно все нормально, пацан, ты вообще набухался, будь с этим бы какой-то там, вот мы пойдем, пойдем к быку, пойдем везде сходим, так что у нас здесь? Здесь у нас можно забрать ящик, да. Нам надо починить аппаратуру. Приходи позже. Ты дурак, блин. Ты дурак, вот скажи, ты дурак, какую в жопе аппаратуру? Вы приехали на концерт, у вас не починена ни аппаратура, ни собран, ни генератор. Куда вы приехали? Вот скажи мне: гребаный выживший, что это такое, ребятки? Что это такое? Как это называется? Давай пойдем, посмотрим, что там этот медведь бобет. Иди сюда, медведь бобет. Где ты там? О, это бык, это бык, 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 бык. ла 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 Быть Бычье мое. Бык, конечно, серьезный парень. У него 500 хп, но сносится очень тяжело, если честно. Может быть, взять какой-то дробоук лучше. Бык. Куда пошел, братан? А, я понял. Я... По... О, это ты слепой охотник. Ты слепой охотник. Шел вон. Так, все, забираем. Так, есть какие-то награды, да, забрали. Здесь у нас братанчик, щелбанчик. Э, где мы с вами видели, где мы с вами видели, у нас, а, мы можем вот здесь, да, еще раз, помните, да, индюшечки, мы должны были пройти, но не можем, не можем, потому что не, а, работает, работает, прикол. Так, поехали, раз, есть, вот видите, я бью кулаком, мы забираем, бью кулаком, забираем, бью кулаком, забираем, бью кулаком, забираем, бью кулаком, бью кулаком, бью кулаком, бью кулаком. Опа, стопарики, брат, стопарики. Иди сюда, я сейчас тебе дам тычечку. Хорошо, хорошо. Индюшечка, стой. Блин, знаете, я все делал в жизни, но такой хренью я не занимался, если честно. Бич индюшек руками. И ловить их это какой-то прикол. Просто, блин, а может ты, братан, тормознешь? Не, тормозни, брат. Блин, посмотри, какой индюк. Жесткий индюк, реально жесткий. Его поймать невозможно. Где он там? Да, да, да. Ой, сюда. Роднули. Блин, он в кустах прячется. Он в кустах прячется. Стой, 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 стой. Опа, есть. Хорошо. Ха -ха. Вот, вот правильно, как нужно проходить. Ну, ну, первый раз понятно. Чисто для теста мы с вами попробовали, затестили. Это все, все понятно. О, ну тут в принципе неплохие награды. Так, есть, ребятки, есть. Что дальше? Что дальше? Вот здесь, да, мы с вами позабирали все награды. Через 21 час оно все прилетит к нам. Вот, что еще осталось? Ну, вроде бы, вроде бы, все, наверное, скорее всего. Вот, не знаю, что у нас тут есть еще. Но это мы вкинем потом. Я потом приду, сам вкину. Дело уже такое. Дело пахнет керосином, как будто... Так, скоро открытие, подготовка, подготовочка у нас хорошенько идет, я думаю, что соберем, соберем данный ящик, все награды получены, получены, и, конечно, вот здесь, а, прошлый лут, ребят, прошлый лут, я так его не забрал, Вы помните, сколько я копил эту систему? Неплохо, скажу вам неплохо, но не забирать не буду, я хочу проверить. Если я забью лавку, у меня ресурсы пойдут на почту. Чисто интересно, ради прикола, да, попробовать, узнать. Так, что там добавили? Ну, тоже добавляются какие-то штучки, дрючки, какая-то пушечки, не знаю, что-то добавляется. Кому интересно, можете поставить на паузу, я вот так вот пролистаю, и можно вот это все дело забрать себе домой. Вот, лавка с призами у нас. Так, тут мы уже были, да, обменять а мы можем еще обменять то есть мы можем бесп... безлимитно скажем так обменивать прикол да? наверное интересно вот ну как-то так друзья как-то так какие-то такие вот моментики так что перед тем как забрать приз вам нужно обязательно 6 билетов ну скорее всего можно 1-2 там 4 или еще сколько там но здесь откроется когда пройдете квест нам нужно починить аппаратуру. Ну, блин, ну ты на приколе. А как твою аппаратуру починить? Что делать, куда нажимать? Братан, ты это такой серьезный тип, конечно. Выживший. И этот вид сверху просто меня колбасит. Просто колбаса колбасой. Неудобная тема, если честно. А как ее починить? А, может подойти к колонке. Ага, может этот зомби мешает. Смотрите, прикол. Так, колоночка. Как мы тебя починим? Может быть, туда хилку вкинуть? Аппаратуру починить. Да я сейчас починю гранатой, подождите. Я не знаю, как ее починить, куда тут подойти, непонятно мне. Вот, но мы найдем, мы найдем, обязательно выполним данный квест, обязательно продолжим, друзья. Так что, как-то так. Надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно, ребят, обязательно. Просто, даже если ты никогда не нажимал лайк, нажми просто лайк, напиши комментарий. Привет, черешня, там, хорошего дня, что ты, как дела, чем занимался, что кушал. Короче, что-нибудь напишите. Абсолютно что-нибудь. И, конечно, ребят, телеграм-канал по ссылочке в описании залетаем. Там мы с вами э, будем, конечно же, бомбить э, розыгрыш. Я думаю, с первого числа начнем бомбить. Так что кому все интересно, ссылочка есть в описании. Вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока, ребят.